Итак, друзья, всем привет! Вы на канале Холодная Ковка, меня зовут Максим. И в сегодняшнем видеоролике я буду изготавливать оснастку для своего станка улитка, оснастка для навивки колец и для закручивания обратных завитков. Для изготовления оснастки буду использовать лист металла толщиной 4 мм, обрезок трубы диаметром 130 мм и сломанная стойка от автомобиля Лада Гранта. Первым делом извлеку сейчас шток из стойки. Так, сейчас отрежу поршень и срежу этот ограничитель, чтобы шкив остался подвинчиком. Итак, друзья, пробуем, что получится. Шток прикручиваем в одно из отверстий для крепления торсиона. Устанавливаем нашу новую оснастку. Ну и на сегодня все, друзья.
Если видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю всем удачи, до новых встреч, всем пока!